Центр славянской культуры «Дом Сварога» появился в Воронеже не так уж и давнёхонько, всего 4 года назад. Появился не случайно. Его основатель, бывший сотрудник уголовного розыска Александр Гончаров, много лет собирал материалы, касающиеся древних славян и истории Воронежа. Анализировал находки как криминалист, уверил. Есть основания считать, что история нашего города исчисляется не сотнями, а тысячами лет. Славянская культура в целом сегодня несправедливо ограничена. Ограничено в истории или урезано в истории, не возрождать свое, не любить свое, не двигать свое, просто, я думаю, преступление. Многие исследователи, которые не поддерживают официальную дату основания Воронежа, утверждают, город уже существовал в IV веке. Этому есть подтверждение в исторических источниках, в частности, в Велесовой книге. И название свое Воронеж получил от имени славянского бога Сварога. В Центре славянской культуры есть археологические находки, которые подтверждают гипотезы ученых. Много экспонатов центру подарили единомышленники. Здесь как в сказке, русским духом пахнет. Очень интересные вещи находятся. Хочется узнать что-то новое о наших старых предках. А еще директор центра – отличный фотохудожник. Он много работает на различных славянских фестивалях, там ищет героев. Специальные постановочные фотосессии не устраивает, просто попадает в нужное место в нужное время. Боевой офицер с душой поэта, любит снимать меловые утесы и солнце на закате. Когда ушел на гражданку, наверное, сейчас и желание компенсировать то, что не было дополучено тогда, сейчас как раз баланс в душе и в жизни устанавливается. 4 года для музея не срок, а пока становление. Особо центр не рекламирует, но многие в Воронеже его уже хорошо знают. Ольга Зубкова, Дмитрий Костин, Вести Воронеж.